социальную адаптацию. То есть он заказал социальную адаптацию, его встретили в аэропорту, нашли ему жилье, помогли с водительским удостоверением, помогли с английским, помогли детям в школу устроиться, помогли с интернетом, с сотовым телефоном, со страховкой и так далее. Это $790 стоит один... Что? Но до Америки, конечно, чтобы он заранее, он должен заплатить хотя бы 50%, чтобы его встретил наш водитель в аэропорту. Он приедет с табличкой, будет стоять, пожалуйста, как бы садится вот человек в машину. Дальше его везем во временное жилье, потом подбираем постоянное жилье. Но мы уже этим 6 лет занимаемся, у нас это уже отработано до невозможности. Как бы. Раньше мы такси отправляли, сейчас уже водителя взяли, водитель встречает. Вот. Ну, когда водитель загружен, тогда отправляем такси. Вот.